Жарким солнечным днем в июне в нашем офисе раздался звонок. Звонила девушка, главный редактор канала СТВ, с просьбой изготовить для них упаковку их канала. Вначале, в преддверии этого проекта, меня как продюсера, понимая, какой будет объем, ужасал вот этот вот объем. То есть, прежде чем начать что-то делать, снимать, организовывать съемки, делать постпродакшн и так далее, хотелось бы понимать, что мы собираемся делать. И мы начали думать, что же такое интересное можно предложить клиенту. Были предложены варианты логотипа. Тот вариант, на котором клиент остановился, на мой взгляд, является самым удачным и удобным в работе на телевидении. Сам подход, который был выбран клиентом, называется народный. Та идеология, которая была нами разработана, отвечала на вопросы, какие атрибуты, какие характеристики и достоинства канала мы собираемся отразить в тех или иных заставках, айдишках канала. Раскадровок много нарисовали. Приходилось искать много ракурсов, перерисовывать эти ракурсы. Мы вместе с режиссером добились того, чего хотели. Естественно, это в основном было связано с разработкой сценариев, нарисованием раскадровок, кастингом. Специфика кастинга заключалась в том, что народу было очень много. Много было совершенно различных лиц, нужно было создать множество совершенно разных, запоминающихся, харизматичных образов. То есть человек, который смотрит это оформление, он должен, с одной стороны, узнавать себя. Продюсер неоценимый вклад внесла в то, чтобы, собственно, это все состоялось. Я практически из офиса переехала на улицу Бауна, где у нас очень много симпатичных девушек, интересных, продвинутых парней. Мы достаточно много времени потратили на продумывание технологии съемки. Естественно, прорабатывалось, как это будет сниматься, какие ракурсы для этого лучше всего использовать. Рисовали метки на мониторах, добивались от актеров точного выполнения указанных действий. Ну, одна из основных задач в рамках подхода народный моя была в том, чтобы добиться максимальной естественности от актеров. Съемка была ночная, времени было очень мало, а народу много. Соответственно, пришлось немножко так шевелиться, работать в таком темпе, быстром. Было задействовано очень большое количество детей. Как известно, дети – это первые враги режиссера. Но детишки вообще чудесные были, очень милые, реснички им накрасили, почувствовали себя моделями. Оказалось, что дети не основная загвоздка этого съемочного дня. Дети были на удивление покладисты. Они не капризничали, они отработали просто как профессиональные актеры. А в этом деле грим – это немаловажная часть. А проблема началась на самом деле со взрослыми. Был применен такой прием, как ракурс. Это нам позволило посмотреть с необычной точки зрения на персонажа. Максимально запомнился один из героев – мальчик. Время уже час, второй, парня нет. И одного из героев, утвержденного с клиентом, мы нашли в ночном клубе. Он мало понимал то, что от него требуется, и исполнял не совсем то и не совсем так. Девочка-гимнастка с синяками на ногах. Тоже очень весело и забавно. Я тоже взял эту ленточку, пришлось попрыгать, почувствовать действительно, как нужно управлять этой лентой для того, чтобы актеру дать правильные команды. Все было сделано в один день, и этим эта съемка еще и хороша и уникальна. Материал был достаточно однообразный, но, как при любом съемочном процессе, возникло множество трудностей, которые потом вылились в достаточно кропотливую работу в рисовании масок, ретуширование, цветокоррекция. Музыкальное оформление не должно преобладать над видео. Работа проходила в сжатые сроки, и композитору практически ежедневно приходилось вносить какие-то коррективы в звукоряд. Ему, конечно, досталось. Это первая вот моя работа, где была использована живая съемка, какие-то персонажи были видны. На экране все должно быть идеально, по
возможности. Дизайнер очень замечательно все делал. Он отдавал мне какой-то макет, под который я должен был делать звук. На следующий день я приносил его, он уже переделал его, кажется, по времени. Захотел ставить там 2-3-4 кадра. Он вставил, там музыка опять надо все двигать. И так мы друг за другом ходили целую неделю. В этом-то и заключалась работа. Конечно же, проект удался. Он был интересен своей необычностью, неординарностью. Во-первых, хорошая оперативность. Мне понравилось, это достаточно быстро произошло. Почувствовать удовлетворение сразу сложно. Чувствуешь какое-то опустошение и понимаешь, что ты себя отдал этому проекту. Это, считаю, достижение. В моей практике этого еще не было. Это была невероятно интересная работа. Вот получилось достаточно замечательный рисунок. Источник вдохновения для меня большая загадка. Я не знаю, как все происходит. Это звенья одной цепи. Если кто-то прокалывается, результат. Когда я работала над проектом. Каким? Каким проектом? Когда я работала над проектом. О чем вы? Что здесь происходит? У меня в кадре посетило много женщин. Работа проходила в сжатые сроки. А что говорить-то, а? Нет, да серьезно. Совсем like a lullaby, brace yourself as the moon gets you dip trip.